черных мерседесах едут депутаты, напоминая сцену из сериала «Бригада». Открывают клубы дети нефтяных магнатов. Жить намного легче шестизначной зарплатой. Суровая реальность современной России. Вокзальные дети все прелести жизни вкусили. По-любому это все закончится однажды, но точно не сегодня и не завтра даже. Как же хочется увидеть свет в конце тоннеля, но жизнь учит нас в чудеса не верить. И вряд ли что-то я изменить могу. Господи, спаси эту великую страну. Я всего лишь зэк, я мир не сделал лучше. Я просто хочу увидеть счастье в будущем. Хочу, чтобы пацаны друг друга не стреляли и чтобы мама меньше плакала ночами. Но я всего лишь зэк, я мир не сделал лучше. Я просто хочу увидеть счастье в будущем. Хочу, чтобы пацаны друг друга не стреляли и чтобы мама меньше плакала ночами.